прикладом уже били кого-то. Я легла. Ограбить какое-то отделение приватбанка легко можно, да? Я посчитал, по очкам выходит дохуя. Ну, может, девчонки нас иногда заносят. Так почему всегда надо дергать? Это вообще пиздец. Привет, мои любимые бандиты, с вами я, Татьяна Яшкина, и сегодня у нас настоящий волк. Не волк с Уолл-стрит, а волк с Хрещатика. Кто же такой волк, почему он основал компанию Кама и как он попал в новый журнал Forbes? Все это вы узнаете сегодня, а самое главное, мы нормально, круто постреляем. Ну, привет! Привет! Сереж, очень здорово, что ты сегодня согласился на эту всю авантюру. Спасибо, я долго ждал и хотел, и искал себе проводника в этот мир. Спасибо. Мне приятно им сегодня быть, это большая честь для меня. Скажи, вот ты трогал все вот эти вот мужские штуки, их так назовем, вообще. Был у тебя опыт первого раза с оружием? Да, ну, папа охотник, и... У нас вот с детства, я помню, да, на шкуре какого-то лося двустволка висела. Это вот. Было традиционно, на стеночке? Да, да, по классике. И периодически я мог снять, открыть, посмотреть. Посмотреть? Да, закрыть. Оружие от тебя не прятали? Не. Видимо, как-то выдавал себя хорошо за адекватного человека. А в загонку брали, как бы, чтоб... Ну, гонять, да, выходить, зверя, гнать. Да, очень было как бы холодно, моторошно, и в какой-то момент, когда слышишь стрельбу, эти пиф-паф, адреналин, ты не понимаешь откуда, да, было страшно. И куда прилетит, и да, надо сидеть, и потом мокрый ходишь остаток дня. А сегодня что для тебя оружие? Не знаю, возможно, ну, атрибут, как бы финальный атрибут мужчины, что любой мужчина должен с ним уметь управляться. Ну и, наверное, такое время и мир, что это средство самозащиты. Я вообще, как бы, с тем, как все происходит, думаю, что зомби-апокалипсис, такой вариант и сценарий развития нашего будущего возможен, поэтому к нему надо быть готовым. Что для тебя Кама? Как пришла идея создать такой бизнес, творчество? И в каком возрасте ты понял, что вот создавать красоту и что, участвовать в ней? Что-то хочется делать, да? Да. Ну, уже довольно взрослым, в 30 лет. И Кама была создана по подобию институции, в которую я ездил учиться в Штаты. И первоначальным импульсом было, ну, так как я из креативной индустрии, из рекламы, я видел, что есть запрос на рынке, недостаток кадров профильных, профессиональных, которые могут действительно качественно делать свою работу на высоком уровне. Вот. С одной стороны, я видел запрос на рынке, ну, как ты знаешь, да, про спрос. Вот, это важно. А другой у меня был внутренний такой порыв, сделать место, где украинские люди, ребята, да, мальчики и девочки смогут учиться в удовольствие. Вот. То есть ты хочешь сказать, что сегодня в Украине нет как там государственных или как это сказать, коммерческих, нормальных, реальных институтов, где учили бы креативу, дизайну и вот всему тому, что делает Кама? Ну, некоторые, да, есть факультеты, да, и специальности, которым обучают в классических университетах, но это, да, машина старая, система как бы не меняется, и они их учат непрактикующие, да, профессионалы-теоретики, которые про рекламу, да, условно говоря, там, понаслышке знают, или про дизайн тоже. Вот, и да, и мы, ну, закрыли вот эту потребность, чтобы учить актуальным профессиям. Еще же мир меняется, и новые профессии появляются. Все так быстро двигается. Ну вот UX-дизайнера, например, пойди, где ты
будешь его себе брать и учить. Но при этих скоростях, которые сегодня, и такой максимальной диджитализации, как вы выдерживаете? Нужно просто идти на шаг вперед, это быть настолько быстрым, быстрее пули в какой-то степени, прочувствовать, что захотят люди завтра, потому что уже то, что сегодня, может быть завтра устаревшим. А все очень просто, у нас же ориентир – это весь мир. Мы смотрим, что происходит во всем мире, и в креативных индустриях Украина не отстает. И мы просто сейчас, да, вот, предлагаем этих специалистов для нашего рынка. Мы пришли. Ура. Идем. Идем. Пробовать. Стрелять. Трогать, стрелять и, да, двигаться активно. Мужские игрушки. Давай. Мы сегодня работаем с тобой с комплексом Remington. Будем работать с пистолетом-пулеметом Крис Вектор без отдачи. Такая вот малыха Зигзауэр. Какие мощь, ощущения? Мощь, мощь. Мощь, да? Ну, ощущения такие, что кажется, вот прикладом уже били кого-то. Не стреляли. Мы сегодня проверим. Потом ЧЗ-ка тоже. О, полегче. Да, спортик, спортик. И посерьезнее, кажется. Мне кажется, вот это мое оружие. Это твое оружие? Да, мой вариант. Тогда хорошо, стреляем с него тоже. Я же офисный работник, вот с этим я управлюсь точно. Без тебя. Это вообще пиздец. И что с этим делать? Как, я правильно это держу, нет? Холодно? Холодная, да, слава богу, что не скользкая. Какие у тебя тоже ассоциации? Ну, как будто я в тренажерном зале, знаешь, и мне надо сделать пару подходов. Да. У меня эта штука очень смущает. Это, знаешь, смесь бензопилы, не знаю, она еще вот так делает. Мама ми. Это оружие без отдачи. Еще и название у него пистолет-пулемет. Ну, им же ограбить какое-то отделение приватбанка легко можно, да? Мы это вырежем, да? Ну что, мы готовы? Наша первая система уже в состоянии начала. Коврик тоже готов. Что? Покажем? Стреляем. У нас будет батл. Это карабин Remington, карабин Крис, два пистолета. И мы посмотрим, как креатив будет ассоциироваться и миксоваться с реальным миром. Да, с реальным миром. Окей. Потому что новичкам всегда везет. И ты я можешь сегодня взять, да, и врезать рог в этой дыре. Так, Стас, я легла. Что мы там надырявили? Там вот я. Раз, два, три. Это девятки. Так, и я левая крайняя, да? Вот 15. Это практически улыбочка. Да, получилось. Прикольно. Смотри. Вот что такое волк. Он делает улыбку. Первый батл. Три моих попадания и три попадания волка. Тут доминирует волк. Ну, спасибо, да. Твоя победа. Ты хороший ученик. Наверное. Ты, да, хороший учитель, либо, да, новичкам везет, действительно. Да, я прям в офисе у себя повешу. Вообще, и скажешь так, к волку не подходить, вы видели? Угу. Мясо это. Когда прицел. Вот почему всегда надо дергать там, где я? Не один раз. Ага. О, красавица, да. Вау, класс! Теперь все нормально передергивается. Ну что? Это ж волк мне дал такой толчок, такой шо? Ах, класс! Ну вообще. А вот и результаты второго батла подъехали. Ну, я тебе скажу, тут просто 1-1, тут просто, ну... Не, ну смотри, ты все-таки, это два твоих. Так, и один сюда. И один сюда. Ты попал 1-1 сюда, 1-1 сюда, и один сюда. Ну... Ты выиграла. Так, поехали, с этого будет приятно. Все просто, пристегиваешь. Ах, мать. Стрельбу закончила.
проверила, спустила. Ну, ты видишь, отдачи не было. И вот тут я думала, что у тебя начнет немножко, да, подскакивать. Мы сейчас заряжаемся. Смотри, ну такая вообще куча разбросанная. Нормально. Нормальная такая куча. Чуть-чуть влево тебя занесло потом, да? Занесло меня влево. Ну, может, девчонки нас иногда заносят. Четверка Четко. Тут. Раз, да. два, три, четверки в девятки. Раз, два, три, четыре, пять. Восьмерки. Да, и шесть. Семерки. И туда. Класс. Ну, как бы, да, такая куча по центру. Я посчитал, по очкам выходит дохуя. Я снимаю с предохранителя. Как угу. только будешь готов, огонь. Итак. Ну, чуть-чуть есть адреналина. Скажи. Запах классный. Запах пошел. Да, хочу ощущение. Себе духи такие. Духи с запахом да, пороха. Да, и пота, наверное. Ух ты. Ну, смотри, вообще нормально. Итак. Я первый раз. Это вы мишени меняете. Да скажут, блин, 100% тренировался. Я не могу так. Смотри, 9. Ты все сюда выстрелил, точно? Ты тогда по два раза попадал? Да, чё нет. Наверное, тут две. Ну вообще, ты просто... Я думаю, что по очам... У меня мой дохуя больше, да? Твой бесспорно лучший, поэтому батл выиграл. Опять. Все, опять. Твоя победа. Не знаю. Вы меняете мишени, пока я отворачиваюсь. Смотри, какие у нас красавцы. Вот это вообще золото. Малыха, зигзавр, золото. Они одинаковыми стреляют? Да, они стреляют калибром одним и тем же, 9 на 19, только это две разные машины. Заряжаем уже на огневом рубеже, идем. Да, хорошо. Идем. Леди Фёст, хорошо. Ты опять показываешь, я смотрю. Да, я показываю. Беру тогда аппарат ЧЗ. Я ставлю. И у нас не заряжаешь. И у нас третий раунд, 6 блинов. Мы работаем за этим препятствием. 3 выстрела слева, 3 выстрела справа. И будем смотреть результаты. Угу. Так. Я, если что, за тебя болею. А, хорошо. Ух ты! Есть! 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 Окей! Опа! Ладно. Контра пошла! Одного не хватило. Тихо, на нас не направляй оружие. Такой, одного не хватило. Как в фильме. Класс. А что, это все были патроны? Да. Ну смотри, это был третий батл. Давай ребятам не будем говорить результаты, а они напишут нам про это. Мы красавцы, результат мы красавцы. В комментариях. Да. И как всегда, от меня волк подарит. На канале YouTube Яшкина подарочек. Что ты подаришь, ребята? Вот такой. Ну, так как у тебя аудитория широкая, по всей Украине, то мы подарим курс на обучение у нас на дистанционной курс программе. На обучение КАМА! Вы представляете, насколько это круто? Угу. Они просто не представляют. Так что угадывайте результаты третьего раунда мои, Волка, и пишите. А сейчас четвертый раунд, и за четвертый будет такое ожидание, поэтому третий и четвертый раунд вы пишете результаты в комментариях. Кто угадает первый, тот получит. Тот вынужден будет учиться, да. Учиться. И стать лучшей версией себя, да. Класс. И получить специальность и, может, зарплату. Берем X5 Зигзаур. Тяжелый такой аппарат. Угу. Помним все, да? Журавель. Бабочка, я запомнил, да. Журавель. Журавель, бабочка. Да.
Что там чисто? Не-не. А, все. Стою. Шу, кинула флэш, учебку. Да. Учебку кинула. Как раз мне хватило патрона. Ну, да. Делаем мясо. Класс. Класс? Да. Ну вот и самый, наверное, теплый вопрос, и который у меня крутится давай, на языке. Давай. Да. За едой. Порефлексируем, да? С семечками. Под семечку. Под семечку вопрос. Вот история с новым выпуском журнала Forbes и твоей статьей о тебе, вернее. Громко сказано, но да, Forbes попасть это уже приятно, вот, тем более из моей индустрии, из креативной, обычно там же бизнесмены и успешный успех, а как-то я попроще. Там вышел материал про людей, которые все время учатся, вот, и да, я давал как бы интервью, комментарии, поддержку этой статьи, вот, наряду с другими ребятами, там и Хмельницкий даже есть, Василий, про то, что на самом деле мы учимся всегда. То, что мы сейчас с тобой делаем, это как раз подтверждает мою жизненную философию. Мы сделали классные результаты за 3-4 раунд. Ребята, напишите и угадайте, какие же все-таки у нас конкретно очки из 6 предполагаемых блинов, сколько мы повыбивали, и за правильный ответ Волк вам подарит курс на... Кама. Да. Дистанционно. Ну что, чувствуешь? Пар выходит? Да, вышел. Вот. Не с тех мест, где я думал. И, может, это не совсем пар. Но было здорово, да. И пора возвращаться к своей, да, работе и стрельбе офисной. Вот так. Обязательно просим тебя поставить лайки и написать комментарии. Насколько тебе понравилось? Возможно, Волк не ответил на вопросы, которые вы хотели бы узнать о компании Кама. С удовольствием их прочитаем и прокомментируем. Увидимся. Пока.